Снова Буська. Насиживает рыбу, трется. Кс-кс-кс. Да привезу я тебе что-нибудь. Привезу, кс-кс-кс. С вами снова я, Серега. Не вас, Буренка. Рад приветствовать всех на своем канале. Спасибо, что смотрите. Сегодня в ролике постараюсь найти и поймать зимнего хариза для вас. Смотрите. Как-то сильно зацепил меня лично зимний хариус. Получаю вообще колоссальное удовольствие даже от нескольких рыбок. Надеюсь, что друзьям это тоже нравится. На дворе 15 февраля. Не будем тянуть резину. Погнали! О! Вот и друзья подъехали. О! Бандюганы! Привет! Всем привет! Здорово! О, едем по тоннелю. Только-только по габаритам машины. Сколько? 8-15 где-то. Класс, вон открытая вода, перекат. Смотри, там вообще классный перекат, можно на летнюю удочку рыбачить. Так вот он все, наверное, до туда идет, до поворота. Сегодня Ростислав, орнитолог, сокольник Димон с нами. Эдуард выспался. И я с Ростиславом. Будем сегодня гулять. Отдыхать. Километров 5-6 на лыжах, искать новые места, исследовать новые места, да, а потом пойдем... Нахлыст кидать, а потом они говорят, да, пойдем кидать нахлыст. На муху надо попробовать, да, может сегодня на муху брать будет. Седьмого. Он говорит, ладно, 5 минут проходит, он смотрит, здорово. Я говорю, здорово. Ну-ка, я поближе тебя сниму, глазки твои, глазки. О, еще не протрезвел, смотрите, сегодня торжественный момент. Офигенные лыжи, смотрите, у меня кореш сделал. Они уже тестированные. Неважно, смотрите, какие. Да похвастайся маленько. Ну так я... Они вообще такие легкие. А что не просмолил даже? А эти ничего не нарезал, полоску. Блин, слушай. Кто сказал, что я не это? Я покрыл. Поддержите. Вообще. Кстати, Эдик, мы рекламу дадим однозначно твоим лыжам. Они тонюсенькие, вообще легонькие. Так. Эдик, скажи, ёпт, кто делал-то? Руки-то помнят? Я ему предложил, он сделал, я говорю, не нафиг, не прослабляй так лыжи. Сделай вот так накладку, вот, вот, да, он правильно. Понятно, что... Понятно, что Серега подсказал классную идею, да? Снимаю как могу, ребята, не очень удобно, руки все заняты, в одной бур, там на лыжах. Ростя тропит, потому что у него лыжи пошире. Димон с Этькой пошли. Погода класс, градусов 14, огонь. Подморозило так хорошо. Ух ты, пока, смотри, как все с утра-то бойкие. Посмотрим, что под вечер будет, да, Димон? Нормально будет. Тест его лыж. Опа, у него еще новый рюкзак. Герма рюкзак он сделал себе, молодец. Он обещал, причем всем... Я, говорит, всем подарю по такому рюкзаку. Так как мы вместе... Всем подписчикам скажи. А в смысле, автору канала что? Я говорю, автору что-то. Чего я это? Два, что ли? Автору канала два надо? Нет, ни одного достаточно, мне много чего. Лыжи, рюкзаки, все. Ссылочка будет на рюкзаки, это, гермомешки в описании. Лыжи. А, да, и на лыжи. Аккуратно, аккуратно. О, класс. Морозится вообще опять в тему сегодня, ага. Особо не потеешь, и так классно.
Оп, и Димон поехал. А, старый горнолыжник. Уходит, уходит. Кайф. Хрустит маленько, да, лед? Видите, какие барханы какие посреди реки. Красотень, подмытые берега, посмотрите. И черемухи, ивы везде. Смотрите, какой мы тоненький лед проходим. Опа, что-то хрустит. Давай по одному, что-то похрустывает. Эдик вот на летнюю удочку, вот на сухую рыбачит. У тебя больше похоже на этот миноискатель какой-то. О, кайф. Смотрите, смотрите. Липотень. Хрустит лед, но мы идем вперед. Она на нас прям шла с переката, выходит и в яму. Смотрите. Следы. Выдры. Нас увидала, и вот она заходит в это под лед. Тут и там было вход. Вот что происходит с операторами, которые отвлекаются от дороги. Вот прошли два человека нормально, а вот моя лыжня идет. И левая лыжа у меня бултых. Благо успел достать, штаны поверх пустил. Глубина 20 сантиметров, но сейчас как идти вот на таких лыжах, на которых все настыло, это полная жопа. Такая, это, как тут мне сказали друзья, такая небольшая рекламка, вот лыжи покупные. Вот лыжи покупные. А вот, смотрите, человек прошел на самодельных. Так что берите, заказывайте. Ссылка будет в описании. Телефон и контакты дам человека. Делать лыжи недорого. Опять же. Проверка льда, опять же. Проверка льда. Его нету, Рось. Что ты там? У тебя уже пробурило. А, нет, есть что-то. Есть лед-то. Ну он вообще тонкий, пацаны. Вообще. Это доказывают мои сапоги. Вот, и штаны, которые уже... Дно, смотри. Смотри. А вот этот... Аккуратно, да, ножи не посадите. Вот, раз... вот да, пацаны, лед. Вот, вот толщина льда. Вот, это доказывают мои штаны. Может, все. Туда? Или туда? Мы давай, немножко... Да. Тут, тут песчаный, туда, песчаный берег идет и поворот. А ходите, если что, на лыжах. Вот, Дима, Дима уже... Вчера вот был день влюбленных. Мы немножко, не только... Рыбали. Вчера немножко был... Мы не только влюбленные в рыбалку. Вчера мы был еще... день святого Трифона. Да. Покровителя охотника, и рыбаков. И да, вот мы сегодня немножечко за Трифона по 100 грамм. Это ничего страшного. Если бы три бутылки таких было, то мы бы, наверное, все искупались, если бы три таких бутылки было. Слушай, смотри, вон там какая классная кряжина. Во. Он еще рыхлый? Да, его лед. Во. Это нормальный лед. Для... Базара нет. Для того, чтобы его бурить, нормально. А чтобы ходить, я вижу, какой он нормальный. Результат на лицо, я бы так сказал. Не, я бы сказал, на ногу, на ногу, не на лицо. На ногах, результат на ногах. Ну давайте, идите, пробуйте. Я пока лыжи отскребаю. Да все отскребают, все попали вон в такие вон. Вот оно. Выпили чаю, по 100 грамм водочки. Все расселись. Сидят. В ожидании чуда, да, Ростислав? Кайфуем. Такая тишина. Смотрите, какая над Эдиком. Лисина нависла. Снова мы за Харизом балдеем. А пойдем туда. Вон там открытая вода, если видно. Мы ее перейдем. Будем искать Рюска. Пока поклевок нет. Дима, ну как вот тебя после этого назвать, а? Вторую бутылку не взял. Еще и такого доброго хорюска поймал. Ты счастлив? А, Димон? Пока нет, с десяток сейчас. О, началось. Вы что, не родственники с Эдиком? Нет? С десяток. Эдик говорит, нет, не родственники. Слушай, вообще добряк. Слушай, вообще...
Нет, на нижнюю нимфа. Ну вот, научил я людей. Муравей, вот. Муравей. Смотри, что, смотри, что. А? Вот, Дима на фоне своего хорюска. Вообще класс. О. А, запах-то какой пошел. Половина это. Ну и что, я только лунку пробурил вторую. Димон маленького, но снова поймал. Ну что это такое? Шикардос как пахнет, а. Ну-ка, ну-ка. Да вообще. Я вон ту прикормил. А, какой красавчик. Гамарусом. Вареным. А, понял, нет. Димон-то у него гамарус вареный, все эти. У нас печеные в пирогах. Вот, маленький. Пусть гуляет. Давай, папу, маму зови. Смотрите, какая здесь. Ёлочка. Кто-то бегал, норочка и лицо, или эндатор опять под ней. Вся в шишечках. Там вон открытый перекат. И я на фоне елочки. Класс. 11 часов поклевок. Две штуки было. Тухляк какой-то сегодня. Казалось, никакая не эндатра под этой елочкой. С другой стороны елочки. Казалось, что это просто зайчик. Зайчик-попрыгайчик. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Прыг-прыг-прыг, куда-то ускакал. Солнышко стало, 12 часов. Полынюшки кругом. Поклевка видели? Офигеть. Не клевало, не клевало. И такой вот бонус. Вот такой вот бонус. Даже два. Ну вот, время, первый час. Рости отличился. Нормально. Да офигенно, ты что, такие монстры. Убери сам свои фигуры. Ну, где-то грамм, наверное, под 400. Красавчик. Красавчик. С икрой, наверное, да? 100%. Ну вот, видишь. Даже на незнакомые места пришли и то. Ну, там открыл сезон купания 2020. Сушится. Ёлку не сломай там своими штанами. Вот, еще обловился. Ну, грамм 80 такой. Ну, лунки. Есть, даже на видео заснял. Ну вот, Дмитрий Александрович сегодня хотел костерок пожечь. Один искупался. Второй искупался. Вот стоим, парим, сушим, письки сушим. Греем, не сушим, греем, бля. Это капец. Ну, вот мы с Эдиком ныряли, Харюса нифига не нашли. Головой уходил, да? Да не, нормально. Это нормально было, да. Нормально, но теперь сыро. О, наконец-то. После всех приключений я обрыгался. И домой не взять, шибко мал. Подсушились, рыбачим дальше.
Во. 200 есть точно, да? Да, 200 есть точно. А? Поймал. Хороший харизище. 200 грамм. Я опять провалился. Да что-то сегодня за день-то такой. Сидел на лунке нормально, блин. В полутора метрах новую дал, блин, опять. Вообще кошмар. Достал уже. Ну и что, как это называется? Мы ходим, меряем глубину с Эдиком. Офигеть, Ростя, ты сегодня вообще в ударе. Харизаты такие. Харизаты вообще, блин. Друзья, две поклевки было, отдай удочку. Все наверх? Видишь? Вон жилет, что ты видишь, сидит? Да я вижу, что черное там это. Это выдра. Ну так я видел, наши вон бегают. Мне кажется, это норка. Да какая норка, ты че? Нифига себе, ты тут метров 100 до нее, какая норка? Это стопудовая выдра. Все, убежала. 200 метров до машины. На удивление, сегодня идется как-то очень легко. Завершили сегодняшнюю рыбалку. О, отдохнули хорошо, но очень нерезультативно. Провалились несколько раз под лед. Намокли, застыли. Утром холодновато было. Днем ничего. Дима отличился маленько. Сколько? Штучек 6 поймал, да? Небольших. Ростислав сегодня в ударе. Вот его красавцы. Прямо отличный, я бы сказал, результат. Мне нравится. Нам с Эдиком не посчастливилось. Как я говорил, посмотрим, что из этого выйдет. Вышло все нормально, я считаю. Смотрите канал, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. До новых встреч. Всем пока.